Делаем петлю амигуруми. И еще 3 воздушных петли. Раз, два, три. Всего 4. Накид. И делаем столбик с одним накидом. Раз. Два. Нам нужно сделать 12 столбиков с одним накидом. Завершаем наш ряд. Соединительным столбиком. Третью петлю. Раз, два, три. Затягиваем еще. Делаем одну воздушную петлю. Вот этот хвостик я буду сейчас еще обвязывать вместе со всем нашим кругом. Нам теперь нужно сделать по 2 столбика без накида в каждую петлю. Начинаем с первой. Раз, два. Придерживаем наш хвостик. И таким образом провязываем по 2 столбика в каждую петельку до конца ряда. Всего у нас должно выйти 24 столбика. Соединяем наши столбики соединительной петлей. И продолжаем. Делаем одну воздушную петлю, накид, и делаем рельефный столбик с одним накидом вокруг вот этой вот петельки. Один. Хвостик у меня еще остался. Дальше делаем 2 столбика без накида. Раз. Два. Накид. И снова делаем рельефный столбик с одним накидом. Дальше опять делаем 2 столбика без накида. Накид. И снова делаем рельефный столбик с одним накидом. 2 столбика без накида. И так делаем по кругу. Делаем одну воздушную петлю. Теперь нам нужно сделать 2 столбика без накида между нашим рельефным столбиком. То есть делаем раз, два, потом делаем накид и делаем рельефный столбик с одним накидом вот сюда. Вот так. Снова делаем 2 столбика без накида между рельефным столбиком, накид, и делаем снова рельефный столбик вот в этот вот столбик, который ближе к рельефному. Всего вот тут найти. И снова делаем 2 столбика без накида. Раз, два. И так делаем по кругу.
Делаем одну воздушную петлю. И нам нужно сделать 36 столбиков без накида по кругу. Каждую петельку делаем по столбику без накида. Так делаем до конца ряда. Должно выйти 36 столбиков. Делаем одну воздушную петлю и 2 столбика без накида, начиная с первой петли. Раз, два, накид. Наш рельефный столбик, который между двумя большими, маленький. Провязываем один рельефный столбик. Второй и третий. Все вяжем вокруг одного столбика. Если у вас нитки тонкие, то вы вяжете 4 или 5 столбиков. И делаем попкорн. Находим наш первый столбик и соединяем. Вот таким вот образом. Делаем 3 столбика без накида. Раз, два, три, накид. И снова вокруг рельефного столбика вяжем попкорн. То есть провязываем 3 столбика с одним накидом. Раз, два, три, соединяем, и снова вяжем 3 столбика без накида. Раз, два, три, накид и вяжем снова попкорн. Таким образом вяжем до конца ряда. Завершили наш ряд, сделали одну воздушную петлю, и теперь нам нужно сделать 48 столбиков без накида. Просто по кругу вяжем в каждую нашу петельку столбик без накида. Провязываем и между попкорнами. В общем, должно получиться 48 столбиков. Восьмой ряд у нас будет точно такой же, как и седьмой. Делаем одну воздушную петлю и 48 столбиков без накида. Начинаем с первого. И провязываем по кругу каждую петельку столбики без накида. Ряд девятый. Делаем одну воздушную петлю и 3 столбика без накида, начиная с первой петли. Раз, два, три, 2 воздушных петли, накид, и в следующую петлю делаем попкорн. Делаем 3 столбика с одним накидом в одну петлю. Соединяем. Снова делаем 2 воздушных петли. И дальше делаем 3 столбика без накида.
Раз, два, три, две воздушных петли, накид, и опять делаем попкорн, три столбика с одним накидом в одну петлю. Первый. Соединяем две воздушных петли и снова делаем три столбика без накида. Раз, два, три, две воздушных петли, накид и попкорн. И так мы делаем до конца ряда. В конце мы сделали 2 воздушных петли. Вначале мы вязали уже 3 столбика без накида, поэтому мы сразу же соединяемся соединительной петлей и делаем 1 воздушную петлю. Вот так вот. Теперь ряд 10. Делаем 5 воздушных, 5 накидов. 1, 2, 3, 4, 5. Делаем 5 накидов. Теперь начинаем провязывать недовязанный столбик вот в эту вот рельефную, вот в этот рельефный столбик, который находится над нами. Вернее, под нами, вот он. Начинаем провязывать. 1, 2, 3, 4. 5. 2 петельки у нас остается. Делаем снова 5 накидов. 1, 2, 3, 4, 5. И точно так же начинаем провязывать следующий наш рельефный столбик. Вот здесь. Вот посередине у нас попкорн. Мы вот этот столбик обвязываем. Раз, два, три, четыре, пять. У нас остается 3 петельки. Мы их хорошо так оттягиваем, переворачиваем вместе с крючком и закрепляем. Вот так вот у нас получается. Дальше мы делаем накид. Будем теперь обвязывать вот эти вот наши арочки перед попкорном. Вяжем 4 столбика с одним накидом вокруг вот этих арочек. 1, 2, 3, 4. Делаем 2 накида. Делаем столбик с 2 накидами в вершину попкорна. Делаем 2 накида в вершину попкорна. Столбик с 2 накидами. Раз. Два. Провязали. Теперь вяжем 2 воздушные петли и соединяем его как
делаем пико соединительной петлей. Накид. И теперь обвязываем вот эту нашу арочку. Делаем 4 столбика с одним накидом. Раз. Два. Три. Четыре. И столбик без накида. Вот у нас получается вот так. Делаем 2 накида. И теперь нам нужно закрыть этот цветочек. Мы делаем столбик с 2 накидами. Вот сюда. Отсчитываем 3 петельки. Раз, два, три. Вот мы сюда будем провязывать сейчас столбик с 2 накидами. 2 накида. Считаем. Раз, два, три. И захватываем так вот 2 петельки. И провязываем столбик с 2 накидами не до конца. То есть 2 накида провязали, 2 петельки остается. Снова делаем 5 накидов. Раз, два, три, четыре, пять. И провязываем рельефный столбик вот сюда. Не довязанный. То есть мы провязываем. Раз. Два. Три, четыре, пять. Три петельки у нас остается. Мы их оттягиваем, перекручиваем и провязываем. Вот таким вот образом у нас вот будут получаться наш узорчик. Покажу еще раз. Дальше делаем накид. 4 столбика с одним накидом. Раз. Два. Три. 4, 2 накида в попкорн с вершину, столбик с 2 накидами. Раз, два. Пико из 2 воздушных петель соединяем, накид, 4 столбика с одним накидом. Раз. Два. Три. Четыре. Столбик без накида. 2 накида. И в третью петлю, раз, два, три, провязываем столбик с 2 накидами. Не до конца. Раз, два оставляем. Снова делаем 5 накидов. Раз, два, три, четыре, пять. И обвязываем следующий наш рельефный столбик. Раз, два, три,
4, 5, 3 петельки остается, оттягиваем, перекручиваем и соединяем. И вот так вот мы вяжем по кругу до конца ряда. Как завершаем этот наш ряд? Вот мы довязали. Последнее мы соединили наш столбик с двумя накидами. Сейчас я еще раз покажу. Вот мы довязали наш цветочек. Делаем столбик без накида. Два накида. Соединяем. Раз, две петельки остается. Мы делаем снова два накида и соединяемся вот сюда. Вот у нас в самом начале наш столбик, вот он. Вот мы делаем два накида и соединяемся раз, два, три, в третью петельку этого столбика. Провязываем. Раз, два, у нас три петли, мы их переворачиваем. Так, сейчас соединяем. Я просто толстый сильно петель, толстый шнур. Вот у нас вот так вот получилось. Теперь делаем накид и опять провязываем 4 столбика с одним накидом. Раз, два, три, четыре, два накида в вершину. Пико из двух воздушных петель. И снова 4 столбика с одним накидом. Раз. Раз. Два. Три, четыре и столбик. Вот делали и делаем столбик без накида. Вот так у нас получился. Мы завершили наш ряд. Делаем одну воздушную петлю и закрепляем ее столбиком без накида сзади. Делаем 5 воздушных петель. За цветок заводим. И точно так же закрепляем столбиков. Столбиком без накида.
Снова делаем 5 воздушных петель. И снова за цветок закрепляем столбиком без накида. И так делаем до конца ряда. Завершили наш ряд. Ряд 12. Делаем 1 воздушную петлю. И по 7 столбиков без накида вокруг каждой. И также обвязываем следующую арочку 7 столбиков без накида. Завершили наш ряд, делаем 1 воздушную петлю и снова делаем столбики без накида. Столбики делайте также примерно по 7 штук. Если будет больше, то в дальнейшем у вас не сойдутся попкорны. Просто делаем столбики без накида. Завершили наш ряд. Теперь делаем 1 воздушную петлю подъема, 5 столбиков без накида. Раз, два, 3, 4, 5, 2 воздушные петли, накид, я пропускаю один столбик, вы можете не пропускать, у меня просто толстый сильно шнур, и делаю попкорн из 3 столбиков с 1 накидом. Раз, 2, 3. Соединяю. Снова делаю 2 воздушных петли. Пропускаю, вы можете не пропускать, я пропускаю один столбик и делаю снова 5 столбиков без накида. Раз, 2, 3, 4, 5, 2 воздушные петли, накид. И снова делаю попкорн из 3 столбиков с 1 накидом. И так делаем по кругу. Нам главное, чтобы наши попкорны находились между вот этими вот лепесточками. Завершаем наш ряд. Раз, два, три, вот в 4-ю петельку с соединительным столбиком. И 1 воздушная петля. Делаем 1 воздушную петлю. Поворачиваем крючок. Делаем 4 воздушных петли. Раз, два, 3, 4, накид и начинаем обвязывать наши арочки вокруг попкорна. Делаем 5 столбиков с 1 накидом.
делаем 2 накида. И как в прошлый раз, делаем столбик с 2 накидами в вершину нашего попкорна. Раз, два, 2 воздушные петли. Закрываем в пико соединительной петлей. Делаем накид. И делаем снова 5 столбиков с 1 накидом вокруг второй нашей арочки за попкорном. Раз, два, три, четыре, пять. Делаем 1 воздушную петлю. Накид. И в следующую нашу арку сразу же снова делаем 5 столбиков с 1 накидом. И так делаем по кругу. 5 столбиков с 1 накидом. Столбик с 2 накидами в вершину. Пико из 2 воздушных петель. Снова 5 столбиков с 1 накидом, 1 воздушная петля и в следующую нашу арочку. Ряд 18. Делаем столбик без накида вот в этот вот нижний столбик, вот в этот. Захватываем верхушку нашего нижнего столбика, цветок лепестка. Дальше нам нужно захватить сзади первый столбик следующего лепестка. Переворачиваем. Захватываем. Провязываем. Раз и лепесток, а потом делаем столбик без накида. И в следующий столбик, следующий, дальше второй на лепестке, делаем еще один столбик без накида. Делаем 5 воздушных петель. Огибаем, проходим столбик весь и делаем столбик без накида. Вот в этот вот столбик. Снова захватываем наш нижний лепесток за верхушку. Захватываем первый столбик сзади нашего следующего лепестка. Провязываем сначала лепесток, первый, второй, а потом делаем столбик без накида. Делаем еще один столбик без накида. И 5 воздушных петель. Снова делаем столбик без накида вот сюда. И опять захватываем нижний лепесток. И у нас получается вот такой узорчик. И так делаем по кругу. Вот столбик наш без накида.
захватываем лепесток, захватываем первую петельку, провязываем и так продолжаем по кругу. Делаем одну воздушную петлю. Я нитку поменяла, буду делать разноцветным. Вы просто делаете одну воздушную петлю. 3 столбика без накида. Начинаем с первой. 1. 2. 3. А потом делаем по арке еще 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Снова делаем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. И в арку 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. И так делаем по кругу. По 3 столбика вокруг вот этих вот наших. 1, 2, 3 и 5 вокруг арки. Ряд 20. Делаем одну воздушную петлю. И нам нужно сделать 96 столбиков без накида. Я начинаю с первой, это меняла ниточку, и так вот по кругу делаем столбики без накида. В конце обязательно посчитайте, чтобы они у вас везде совпали. Должно выйти 96 штук. Делаем сразу 3 воздушных петли. Накид. Следующий столбик. Не здесь, а вот следующий. Сразу делаем попкорн. Сделаем 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Соединяем. Снова делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И делаем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3. Начинаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Пять, шесть. 3 воздушных петли. Накид. Один пропускаем. В следующий столбик мы делаем опять попкорн из 3 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Если у вас тонкие нитки, то вы делаете попкорн
из 4 либо из 5 столбиков с одним накидом. У меня просто шнур полиэфирный, он очень толстый. Соединяем 3 воздушных петли и снова делаем 6 столбиков без накида. Считаем. Для того, чтобы вам ориентироваться, нужно ли пропускать или нет один столбик, можно примерно отсчитывать. Вам нужно попкорн сделать, как обычно, посередине лепестков. Вот считайте, что у вас здесь вот будет попкорн. Отсчитывать 1, 2, 3, 4, 5, 6. То есть один пропускаем столбик, я буду делать следующий. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Три воздушных петли. И снова я делаю попкорн из 3 столбиков с одним накидом. И так делаем по кругу. То есть самое главное, чтобы ваши попкорны находились между лепестков. Ряд 22. Делаем одну воздушную петлю, накид, и начинаем обвязывать наши арочки. Делаем 5 столбиков с одним накидом. Раз, два, три, четыре, пять, два накида. В верхушку делаем столбик с 2 накидами. Раз, два, 2 воздушные петли, попкорн, и делаем еще один столбик с 2 накидами туда же, в ту же петельку. И дальше делаем опять 5 столбиков с одним накидом. Раз. Два. Три. Четыре, пять, одну воздушную петлю, накид, и продолжаем обвязывать точно так же наши следующие арочки. Так делаем по кругу. Ряд 23 у нас будет по принципу вязания, как ряд 18. Делаем одну воздушную петлю, делаем столбик без накида, сзади захватываем петельку, столбик без накида. Теперь захватываем наш нижний столбик, цветочек за верхушку. Смотрим, где у нас первый столбик следующего лепестка.
захватываем этот столбик, протягиваем столбик, потом лепесток и делаем столбик без накида. Провязываем еще один столбик без накида и делаем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Переходим. Здесь мы будем делать столбик с накидом. 1. И еще один столбик с накидом. Теперь захватываем снова наш лепесток. Захватываем первую петельку. Провязываем сначала петельку, первую, лепесток, потом столбик без накида. Делаем еще один столбик без накида и снова 6 воздушных петель. И таким образом делаем по кругу до конца ряда. Я буду менять сейчас нитку. Покажу, как я ее меняю. Вот мы завершили наш ряд. И я сразу протягиваю зеленую ниточку. Белую нитку я затягиваю. И у меня остается рабочая зеленая нить. Я сейчас буду обвязывать наши белые лепесточки столбиками без накида зеленым цветом. Начинаю снизу. Самый неудобный. Вот так. И провязываю столбики без накида. Вокруг пико я делаю 2 воздушных петли. Вяжу дальше. А пико потом за эти 2 воздушных петли. Вот так. Продолжаем наше вязание. Я вот завершила. Вязывать. Теперь снова захватываю белую ниточку. Делаю 1 воздушную петлю. И делаю 1 столбик без накида. По арке я делаю 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5.
6. А здесь я делаю 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. И снова делаем 6 столбиков без накида и 4. Так, завершили наш ряд. Теперь хотела немножко сначала, наверное, вам сказать, но я вот сейчас подумала, что я вам не сказала. Смотрите, я вяжу полиэфирным шнуром. Он у меня очень толстый, поэтому я попкорны вяжу вот таким вот образом, как бы в одну петлю, делаю по 3 столбика с одним накидом. Но для того, если вы вяжете тоненькой ниточкой, и если вы хотите, чтобы ваш попкорн как бы заполнял больше все пространство, вы тогда вяжете попкорн таким вот образом. Вот мы здесь вязали 4 столбика без накида и по 6 столбиков по аркам. Вот вы тогда вяжете в каждый из этих 4 столбиков, то есть тут у нас было 4, ниже у нас было 3 столбика без накида, и еще ниже было 2 столбика без накида. Вы вот вяжете в каждый столбик по столбик с накидом, а потом соединяете это все как попкорн в одну петлю. И тогда у вас получается больше попкорн такой как бы шире. У меня просто из шнура так не получается, он просто расплывается, у меня некрасиво получается. Я поэтому вяжу попкорны в одну петлю, и мне так удобней. Ну, вы смотрите сами. Так, я сейчас дальше продолжаю ряд. Делаю 3 воздушных петли. И делаю попкорн. Я делаю попкорн из 4 столбиков с одним накидом в одну петлю. Раз. Я захватываю ниже, чтобы у меня не было видно ниток. Вы вяжете в петельку, которая следующая, соседняя. 3, 4. Соединяем. Закрепляем воздушной петлей и делаем еще 2 воздушных петли. Дальше мы делаем 8 столбиков без накида. Раз. Два. Извиняюсь. Здесь надо все-таки сделать поближе к попкорну. Вот в первую нашу. Делаю 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 2 воздушных петли, и я делаю попкорн через петлю из 3 столбиков с одним накидом. Если у вас тонкие нитки, то вы в каждый столбик вяжете по столбику с накидом и сверху их соединяете. Я вяжу в одну петлю 4 столбика. 1, 2, 3, 4. И соединяю.
закрепляю петелькой и делаю еще 2 воздушных петли, то есть всего 3 воздушных петли. И точно так же вяжем по кругу. Делаю 8 столбиков без накида, 2 воздушных петли попкорн. 8 столбиков без накида, 2 воздушных петли попкорн. Продолжаем наше вязание. Делаем 5 столбиков с одним накидом вокруг арки. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Два накида. Столбик с двумя накидами. Вершина. Попкорна. Две воздушных петли пико. Снова 2 накида. Еще один столбик с двумя накидами в вершину попкорна. И 5 столбиков с одним накидом по арке. Дальше делаем 4 столбика без накида. Один пропускаем в следующий. Раз. Два. Три. Четыре. Делаем накид. И сразу же делаем в арку 5 столбиков с одним накидом. И так делаем по кругу. Итак, завершаем наш ряд. Делаем одну воздушную петлю. И делаем рельефный столбик. Вокруг. Рельефный столбик без накида. Вокруг нашего первого лепесточка. И так вот плавно мы начинаем наш следующий ряд. Мы теперь делаем столбики без накида, 6 штук. Захватываем наши столбики. Делаем 6 столбиков без накида. Продеваем вот так вот крючок. Захватываем. И провязываем. Так это мы сделали. Раз. 2, 4. Дальше делаем 1, 2, 3, 4, 5. И еще один делаем 6. Делаем одну воздушную петлю. И снова делаем 6 рельефных столбиков
без накида. Захватываем наш следующий столбик с двумя накидами и с него начинаем. Раз. Два. Три. Что-то лишнее я вытянула. Три. Четыре. Пять. И шесть. То есть у нас должна получиться вот такой вот должен получиться второй ряд за нашим лепестком. Делаем одну воздушную петлю и сразу же начинаем обвязывать наш следующий лепесток. Начинаем с первого и так вяжем до конца ряда по 6 столбиков без накида. Одна воздушная петля, снова 6 столбиков без накида, одна воздушная петля и опять 6 столбиков без накида. Продолжаем наше вязание. Этот ряд вот мы продолжаем сразу, не переходя к новому, скажем так. Захватываем наш нижний лепесточек, захватываем заднюю петлю нашего лепестка, провязываем сначала лепесточек один, второй, потом делаем столбик без накида и еще один столбик без накида за следующий столбик. Делаем 7 воздушных петель. 3, 4, 5, 6, 7 и столбик без накида вот сюда. И снова захватываем наш нижний лепесток сзади, мне так плотно шнурочек держится, и первую петельку лепестка сначала протягиваем, раз, два, потом делаем столбик без накида. И в следующий столбик без накида. И снова 7 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот таким вот образом мы закрепляем до конца ряда. Совершаем наш ряд
столбиком без накида. Раз. И сразу же начинаем вязать следующий ряд. Вяжем еще 2 столбика без накида. То есть это у нас должно быть 3 столбика без накида. Один мы связали, второй. И тут третий. И дальше по арке мы вяжем еще 8 столбиков без накида. То есть всего у вас должно быть 11 столбиков без накида. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. 8. И вяжем 3 столбика без накида. Я вяжу вот так. 1, 2, 3. И снова вяжем 8 столбиков без накида в арочку. Завершили наш ряд, мы сделали последние 8 столбиков и сразу же делаем 3 воздушных петли. Я буду менять ниточку, поэтому я вставляю другую ниточку, белую затягиваю и делаем 3 воздушных петли. 1, 2, 3, накид. Одну петельку я пропускаю, в следующую я буду делать попкорн из 4 столбиков с одним накидом. Помните, да, если у вас тонкие нитки, то вы делаете 3 столбика с одним накидом в каждую из вот этих 3 петелек. 1, 2, 3. И соединяйте их в попкорн. Так как у меня полиэфирный шнур, он очень толстый, получается не очень красиво. Поэтому я делаю попкорн 4 столбика с одним накидом в одну петлю. Третий. Четвертый. Соединяю, закрепляю попкорн и делаю 3 воздушных петли. Теперь провязываю 9 столбиков без накида. Смотрим, как у нас получается. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Как раз я один пропускаю, если у вас нитки тонкие. Вы смотрите так, чтобы у вас выходил попкорн, место для вязания попкорна, чтобы всегда попадал вот напротив лепесточка. Девять столбиков вяжем. 1, 2. Три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3 воздушных петли, накид. И я сразу делаю попкорн. 4 столбика с одним накидом. 1, 2,
3. И четвертый. Соединяем, закрепляем 3 воздушных петли и снова делаем 9 столбиков без накида. Считаем, сколько вам надо, чтобы попасть перед серединкой. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Мне нужно начать сразу за попкорном. Так вяжем до конца ряда. Так, продолжаем наше вязание. Теперь начинаем обвязывать наши арки. Делаем 3 воздушных петли. Накид. И 4 столбика с накидом. 1, 2, 3, 4. В общем, у нас получается 5 вместе с этими петельками первыми. 2 накида в вершину столбика. В вершину пико делаем столбик с 2 накидами. Пико, пико, открываем, и снова делаем столбик с 2 накидами. С этой стороны мы делаем 5 столбиков с 1 накидом. 1, 2, 3, 4, 5. И сразу же делаем накид. И сразу же начинаем обвязывать следующую арку. Раз. 2, 3, 4, 5. 2 накида в вершину пико делаем. Делаем столбик с 2 накидами, потом делаем 2 воздушные петли, из них делаем пико, снова делаем столбик с 2 накидами в ту же петлю и 5 столбиков с 1 накидом. Накид. Раз, 2, 3, 4, 5, накид и в следующую нашу
арку, начинаю точно так же обвязывать. У вас получится вот таким вот образом. И так вот вяжем до конца ряда. Я завершила ряд столбиком без накида, нашу первую арку лепестка, то есть пятый столбик, раз, два, три, четыре, вот пятый столбик, я вот сделала столбик без накида. Теперь я меняю ниточку, это у меня будет последний ряд. Вообще у этой салфетки, конечно, еще больше рядов, но так как я вяжу из полиэфирного шнура, мне вот достаточно будет, так что я завершаю. Захватываю ниточку и делаю окантовочку столбиками без накида. Перед пико я делаю 2 воздушных петли. И обвязываю дальше столбиками без накида. По кругу всего лепестка. Доходим до последнего нашего столбика. И теперь нам нужно закрепить вот этот нижний лепесточек. Как обычно, переворачиваем его. Сзади захватываем за одну, либо за 2 петельки. И здесь мы будем захватывать серединку вот этих нижних столбиков. То есть вот так, вот за вот эту. То есть я захватываю вот эту петельку, захватываю лепесток и протягиваю через серединку. Протягиваю ниточку через серединку, раз, через лепесток, а только потом провязываю столбик без накида. И продолжаю вязать дальше. Столбиками без накида. Сейчас еще раз покажу. Четыре, пять, 2 воздушных петли, 3. Провязываем последнюю. Вот смотрим, вот здесь вот у нас серединка. Лепесточек переворачиваем. Захватываем. За 2 петли. Захватываем за серединку. И захватываем ниточку, протягиваем сначала нитку здесь, потом нитку лепестков, а потом делаем столбик без накида и затягиваем. И дальше делаем столбики без накида вот таким вот образом. И на этом я решила завершить нашу салфеточку.